Всем привет! В этом видео по вашим просьбам хочу показать вам разбор песни Михаила Круга «Девочка пой 2». Играю я его в тональности АМ, и последний куплет будет модуляться на тон вверх АШМ. АМ. В блестящем платье, в золоте и жемчугах ДМ. Каблук на шпильке Е, а в руках букет из роз АМ, а украшения F и Е. Потом опять АМ. Бардак молчит, а ты идешь сам на понтах ДМ. А помнишь, как я тебе свои, я розы нес АМ. Потом АСЕМ. Когда в пустом трамвае ЖМ ехали домой АСЕМ. Потом ЖМ. Полночный город АСЕМ замолкал и засыпал ДМ. Как пахли почки Ж, разбухавшие ЖМ весной АСЕМ. Я от любых ДМ не сбыт Е тебя оберегал. АМ, F и Е украшения. Модуляция на тон вверх получается аккорд АШМ. И вот я здесь, ты через зал к столу идешь, ЕМ. FDS, не улыбнешься, а все, дорогая, а сколько зим, АШМ. Здесь украшения Ж, FDS, АШМ. Тебе сегодня день рождения, ты взведешь, ЕМ. А я как фраер, FDS, за бутылочкой, один АШМ. И я пошлю H7 с официантом АМ H7, чтоб дал знать маляву в строчку АМ H7, не грусти и не скучай, ЕМ. Ты побежишь меня, а под столиком АМ искать H7 ЕМ в блестящем платье жемчуга здесь девочка пай H7. Теперь к бою. Большим указательным пальцем 4 и 5 струны вниз, начиная с 5, потом все ладони вниз, и потом указательным можно вниз, вверх, вниз, или пропустить первую часть и играть вверх, вниз, с паузы небольшой. Если видео оказалось вам полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и получайте ссылки на новые видео. Пишите комментарии.